Это такое помещение, друзья мои, где проводят ярмарки. Вот посмотрите, до 13 октября здесь ярмарка. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что внутри там. Вот так это все выглядит. Посмотрите, здесь готовят еду. Фуар называется. Ярмарка. Видите, как. Внутри будут... Что предлагают там? Различные продукты. Посмотрим, что как. Смотрите. Внутри вот так находится. Видите, охрана. Здесь в каждом таком больших супермаркетах охрана. Вы так просто не зайдете. Обязательно проходите контроль на все. Красота начинается здесь. Посмотрите сами. Посмотрите сами. Пойдем и по рядам посмотрим с мужем сейчас. Здесь вот такие вот ручной работы, разные красота. Видите, такой продавец интересный, экзотичный, сидит там в этом месте. Изделия ручной работы, а там дальше будут продукты. Ну что, походим, посмотрим. Вот такие вещи здесь. Это все вышито, не вышито руками. О, да. Крючком, посмотрите. Очень красивые вещи. Женщина прячется, не хочет, чтобы мы ее снимали. Но мы и не будем ее снимать. А здесь вот такие картины с подсветкой. Очень интересно смотрится в ночное время. Я смотрю, красиво все. Ну, уже несколько раз вы видели это от глаза. Такие вещи. Вот вешают их на двери. Входные. Смотрите, сколько разных таких. Красиво вообще. Смотрите, вот это тоже. Не правда ли? Такие различные сковородочки. Именно в таких сковородках готовят яичницу с колбаской на утро. Вот это все такое вот именно старинное. Красивое действительно. И это тоже, посмотрите, чтобы еда не остывала. Ну, в общем, пошли мы дальше. Мед, пчеловодство. И знаете, что дают всем все пробовать. Сейчас вот мы, кто голодный, может здесь накушаться. Говорят, что у нас натуральный мед. А это как интересно, посмотрите, его съесть. Соток здесь сделали, посмотрите. Видели такой большой хлеб? Посмотрите, какой огромный. Это с Трабзона хлеб. Покупают же люди, видите как. Сейчас будут его разрезать. Прикольно, не так ли? Мы посмотрим, какой он внутри. Смотрите, вот такой огромный хлебушек. А мой муж все пробует. И знаете, что здесь хорошо? Тут все дают пробовать. А? Очень масло такое. Мой муж любит вот такой вот сыр, а мне не нравится. Бубашка мы? А маслины почем? А ну? Ходи на бакаимы. Вот я хлебушек попробую. Маслинки, суджук, а это какие вкуснятины.
Ой, блин, ребятки. Антеп по 40 лир. Подешевле. Это турецкая еда. Исим? Кофте. Ишли кофте. Ишли кофте. Внутри мясо. И вот так вот они, смотрите, жарят их. Угу. Вот так вот их крутят, крутят, крутят. Смотрите, как готовят девочки. Секрет обычный. Здесь какой-то свой. Очень сложно. Сначала, посмотрите, крутят внутри. Такую вот выемку делают. И потом заполняют. Видите? А это? Танеси. А сарма не кадар? Сарма. А это любимые голубцы. Не кадар сарма? Сарма не кадар сарма. Бутабак он лира? Кило? Кырк? 40 лир. Буайная? Какая красота. Вот люблю я эти голубцы. А это, посмотрите, чикофте. Баклава. Ой, люблю я эту еду турецкую. Понравилось? Вкуснятина. Кушаю. Вкусно. Мне понравилось. Мой муж разборчивый чересчур. Так захотела, друзья мои, что мой муж мне не мог отказать. И я сейчас буду кушать. Посмотрю, что внутри. Ничего обычного. Ничего особенного внутри. Даже не поняла, что внутри. Рис, наверное. Очень люблю. Чок с эвиором. Так, наелись мы, теперь можно продолжить. Вот здесь такие ложки продают. Самодельные. Видите? Что, пошли дальше. Ходи. Не. Гордум, бен, горд. Видите, какая красота. Все сделано своими руками. Ой, мне такие вещи нравятся. Тяжелая такая. Досочки, какая прелесть. Ашкин, вот это мне понравилось. В общем, смотрите. Так, мои хорошие, вот здесь мороженое продают. Аттракцион с мороженым настоящий. Бахара, там пряности. Здесь халвы очень много. Джейз. Хелоси, халва, говорят. Здесь сыр. В общем, красота. Вкуснота, красота. Маслинки, пойду посмотрю, что там. Такие маслинки мы берем. Наелась я, друзья мои, по 25 лителе. Очень понравились. Вот я еще могу поесть. Столько хочешь, можете брать, кушать. Пробовать. Булбашками? Это какие-то другие. Ашкин, вот такие у нас продаются. У нас в Грузии. Ой, а здесь посмотрите. Баклава. Какая вкуснятина. Спасибо. Пенирли или не хелос? Пенирли? Да, пенирли. Хепо пенирли? Ужасно. Пенир вар, женис вар, фистик вар. Пенир вар. Антеп фистик. Насыл япиорла? Татли, татли гибио? Татли, да. Очень вкусно, друзья мои, что-то не было. 60, 40, 30. Продают суджук.
Бу насыл? 2 кило. А, скидки. Посмотрите. Вот так его сыр. Он сырой. Вот так его жарят. И дают сразу людям кушать. Вкусный. Берем дым банан. Valla güzel. Sen? Buyurun efendim, Aydın'ın meşhur dev adamı çocukları burada, buyurun. Так, а это, посмотрите, какой. Bu ne aşkım? Onlar da deve sucuğu efendim. O da sucuk? Evet. Представьте, мы думали, у нас такие колбасы, а здесь сучок. Ну, посмотрим сейчас, что возьмем. Представляете, мой муж 2 кило взял. Обалдеть, он только будет этот суджук есть. 4 штуки, 4 таких кольца у нас вышло. Вот так вот. Любит он поесть у меня. Мои хорошие, мы уже возле дома. Вот наши домики там. Мы возвращаемся. Набрались много. Накупились, покупок много. С Ашкымом сидим. Устали, наелись на ярмарке. Ну, а вы смотрите мое видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всем пока-пока, с вами была Светлана Ата.